Добрый день, 9 сентября, продолжаем обзор форм, вызревших на моем участке. И сейчас сзади меня гибридная форма Бондарчука Атос. Форма, которая в последнее время как-то так незаслуженно обижена, ей не уделяют внимания, забыли, что есть там много форм, которые лучше, как бы, еще что-то. Ну, давайте объективно разберем форму Атос. Первое. Что мы читаем или читали в интернете про эту форму? Форма ультраранняя, форма 95 дней, форма готовая 25 июля, форма готовая в начале августа. Это неправда. Возможно, в Луганске, там, в Волгограде, где-то в других регионах она именно такая ультраранняя. Однозначно, она ультраранняя в теплице. Я знаю, что у Кондратьева она созревает в числе первых, и он ее так хитро посадил в теплицу, еще подогревает, и в июле он уже ест эту форму. У нас на севере, на улице, вот смотрите, когда она готова. 9 сентября форма готова. Померил сахар. Сахар 14 брикс на форме. Прошу прощения, 16 брикс. Уже тут много поснимал, зарапортовался. Сахар 16 брикс. Почему? Много, мало. Для столового это нормально, потому что нет кислоты. Для технического это очень мало. Но видите, какой стоит у нас сентябрь, какой стоял август. Дожди каждый божий день. Идут, идут. И дожди, если вы помните, они вымывают из винограда сахар. Вот если постоит сухой погоды дня 3, сахар подскочит очень высоко. А в такую погоду ни монофосфатом обработать, ни подкормить, ничего. Только одни огорчения. Ну, давайте непосредственно перейдем к Атосу. Посмотрим, какая у него ягода, какая гроздь и вообще, как она выглядит. Вот мой Атос. Куст молодой. Кусту всего 4-й год. Нагружаю я его очень аккуратно. Хочу все-таки получить крупную ягоду. Куст с непростой судьбой. На него наступили. Развивался он очень плохо. И вот, наконец, стал давать вот такие красивые грозди. Красота – это один из плюсов Атоса. Очень красивая, аккуратная гроздь. Достаточно плотная, но при этом ягода не давится. Из плюсов этой формы могу также отметить устойчивость к растрескиванию. Да? Если мы ранее говорили, что ягоды других форм трещат, у Атоса с этим все хорошо. Осы его также любят. Видите, летает зараза такая. Пытается съесть. Но мой Атос весь в мешочках. Гроздь выровненная. Одна к одной. Ягода товарная. Единственное, что мне не удавалось пока получить ягоду 12 грамм. У меня это где-то 8-9 грамм. Ну и не удавалось получить большие грозди. Пока это вот где-то вот навскидку в районе полкило. Но меня устраивает вкус. Имея 16 брикс сахара, она ягода очень сладкая, такая ароматная, вкус гармоничный. И пишут, что он очень простой. Ну, я не знаю, там, может, люди едят вообще какие-то там изыски. Ну, для меня это хороший такой столовый виноград, очень добротный и очень вкусный. Все его любят. Лоза зреет хорошо в форме. Видите, на сегодня вызревание лозы уже достаточное, хорошее. С возрастом и со временем это только усилится. Формировка стандартная для меня. Три рукава в одну сторону. Что еще сказать? Куст Атоса занимает на шпалере примерно 3 метра. Пока, видите, есть выпады по формировке, но формировку я буду совершенствовать и буду стараться нагружать по 5 гроздей, 6 максимум на 1 метр шпалеры, и надеюсь, что в следующем году уже здесь будет более нарядно. Виноград Атос удивил. Гроздь 740 грамм, ягоды выровненные. Гроздь нарядная, ягод примерно 9-8 грамм. Вот такие неожиданные результаты при замере. Я вообще думал, что грозди поменьше. В заключение хочу сказать, что я не рекламирую сорт Атос.
Сажать или нет, вы решаете сами. Можете новинки попробовать, можете купить вот и посадить, или где-то взять проверенные формы. Я остановился, ассортимент участка я скомпоновал. Осталось еще в горшках какое-то количество форм, которые я думаю сажать или нет. И больше я новинки на свой участок, наверное, заносить никакие не буду. Надо есть то, что есть. Самый вкусный виноград, запомните, это тот виноград, который у вас хорошо вызрел. Всем пока!